Обновленные тарифы и дополнительные коэффициенты обязательного страхования автогражданской ответственности. В силу вступили новые условия ОСАГО. Тарифный коридор для легковых автомобилей расширен на 20%, как в сторону повышения, так и понижения. На стоимость страховки теперь влияет свыше полусотни значений. Важным считается и в каком регионе проживает автовладелец. Дмитрий Надеин за рулем чувствует себя уверенно. Автомобиль он водит уже 20 лет и ни разу не попадал в аварии. О новых условиях страхования ОСАГО уже знает и даже подсчитал, как отразятся нововведения на нем, как на опытном водителе. У меня страховка за автомобиль 150 лошадиных сил обходится 5611 рублей, что-то такое. Вот. Сейчас у меня страховка с этого года на 4% станет дешевле. То есть, как бы, да, меня устраивает, я доволен. Правда, помимо скидок грядет и повышение стоимости автогражданки. Это ожидает молодых водителей. Связано это с тем, что они нарушают правила дорожного движения гораздо чаще. С этим столкнулся Дмитрий Смирнов. Молодой человек имеет небольшой водительский стаж, недавно приобрел машину и будет платить за страховку около 10 тысяч рублей. Не очень поддерживаю всю вот эту систему поднятия цен на ОСАГО. Потому что все-таки у нас сейчас много идет поднятие цен на бензин. Также у нас все сейчас в цене дорожает, а деньги-то нам больше не стали платить. Вот. Поэтому для многих водителей это будет, так сказать, удар. Тем не менее, сотрудники страховых компаний уверяют, что для большей части автомобилистов стоимость страховки не увеличится, а даже уменьшится. Возрастет она только для рискованных водителей. Диапазон ставок базового тарифа расширился на 20%, как в сторону повышения, так и понижения. Теперь этот коридор в пределах от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для мотоциклистов и легковых автомобилей юридических лиц от 700 рублей и 2 тысяч. А для таксистов тарифный коридор составил от 4 до 7 тысяч рублей. Такие коэффициенты, как возраст и стаж водителя, впервые станут дифференцированными. В итоге стоимость страховки будет зависеть от 58 значений. Также страховая компания будет назначать тариф для всего региона в целом. Югра к аварийным не относится. В отличие, например, от Челябинской области, где частота страховых случаев высокая. Чем младше возраст и меньше стаж водителя, тем выше коэффициент. Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа это молодой водитель младше 21 года со стажем вождения менее 3 лет. Такой коэффициент составит 1,87. А вот для водителей с большим стажем и возрастом такой коэффициент, наоборот, будет понижающим. Реформа ОСАГО на этом не остановится. Осенью 2019 года ожидается очередное расширение тарифного коридора до 30%, а осенью 2020 до 40%. Основная идея таких изменений – внести справедливость и сделать так, чтобы те водители, которые попадают в аварии, чаще платили больше и наоборот. Кстати, штрафы за отсутствие ОСАГО тоже изменятся. Планируется повышение до 5 тысяч рублей. Ксения Калинина, Никита Ручкин, телекомпания «Югория», Ханты-Мансийск.